Военный автомобиль подорвался на мине в афганской провинции Кундуз. В результате взрыва погибли 3 человека, еще 10 получили ранения. По данным информагентств, среди пострадавших 3 сотрудников сил безопасности. Выяснить, кто заложил мину, не представляется возможным. Предположительно, это дело рук радикального движения «Талибан». С экстремистами борются правительственные войска Афганистана. Часто жертвами противостояния становятся мирные жители.